Молли! Да? Помоги мне, пожалуйста, выбрать из этих циновок. О, Господи! Харви просил придерживаться нейтральных тонов. Для изысканности можно взять эти ткани. Они мягче на ощупь. В них пальмовая нить. Они такие, ну как... Ну, вроде как тропические. Ну, погоди, посмотри сюда. Элизабет, посмотри на них. Они очень чувственны. Ладно, не пристаю больше. Тед, к телефону. Если это теща, я на обеде. Пожалуйста, перестань издеваться. На помощь! Нравится? Да. Возьми. Когда мне могут ее доставить? Вам не повезло, эту модель убирают. Почему? Потому что нужно поставить другую. А с этой что? С ней все в порядке. Она всем нравится. И куда ее? Вероятно, продадим. А вы хотите купить? Хочу и как можно скорее. В таком случае я вас проинформирую. У вас есть пружинные матрасы, они в другом отделе. Но я могу этим Нет. заняться. Мне нужны два хороших жестких матраса, и пришлите их вместе с кроватью. Но вы, вероятно, хотите их выбрать? Нет. Что еще? Что нам еще нужны четыре большие подушки. Пуховые или поролоновые подушки? А вам как кажется? Пуховые намного лучше. Пуховые. А обивка? Обивка. Какая обивка? Все в комплекте. Важно, какую именно вы хотите. А какая она бывает? Хотите в полоску? Что такое обивка? Вы не знаете? Это ткань, которая обтягивается матрасы и сама кровать. А, тогда обязательно. О, да. Я буду рад, если вы выберете ее сами. С удовольствием. Хорошо. Это все? О, еще одна деталь. Садись. У тебя прекрасные пальчики. Это наследственная черта. А вы не будете возражать, если моя спутница ненадолго приляжет на кровать? Угу. Благодарю. Эта модель пользуется большой популярностью. Просто ложись. Возьми за спинку. Тебе удобно. Раздвинь ножки ради меня. Хочу вам сказать, вы можете получить эту кровать в четверг или в пятницу. Я только взгляну. Нет, обещаю вам, что вы получите ее в четверг. Раздвинь же ножки, прошу. Никто не смотрит.